Первый канал первым в мире начал развивать доступ к международной аудитории. Мы работаем на разных рынках больше 20 лет. И в этом смысле мы очень ценим тот отклик, который получаем от своих зрителей из разных уголков света. И при этом мы стараемся максимально использовать все современные технологии для того, чтобы обеспечить максимально широкий доступ к нашим продуктам, к нашим каналам всей русскоязычной аудитории, вне зависимости от того, где бы она проживала. И в этом смысле сотрудничество с Картиной ТВ для нас это возможность использовать новые технологии как раз в контексте того, что Картина помогает нам достичь те аудиторные группы, которые невозможно достичь традиционными средствами доставки сигнала спутником и кабелем. И это очень важно. Плюс, конечно, очень важно то, что Картина очень хорошо интегрирована в русскоязычные диаспоры по всему миру, в русскоязычные части аудитории. И мы, конечно, надеемся, что это сотрудничество с Картиной ТВ поможет нам сделать наши телевизионные каналы, Первый канал, каналы цифрового телесемейства более доступными максимальному количеству зрителей по всему миру.